Мы думали, что Слогтерра навсегда останется такой прекрасным, безмятежным уголком, миром, наполненным магией и надеждой. Но все изменилось. Все изменилось из-за доктора Блэка. Он тайно вынашивал свои замыслы, открыв двери в запретный мир, чтобы принести зло в наш. И когда один колодец высох, он нашел другой. Это было все, что ему нужно для создания армии. Да, армии гулов! Но и на этом он не остановился. Доктор Блэк изобрел технологии, которые большинство из нас видит только в кошмарах. И он использует их против всякого, кто встает у него на пути. В Слогтерре нет таких сил, которые способны его остановить. Потому что теперь на него работают монстры Даркбейн. Прямо здесь, прямо сейчас. Нет! Слогтерра будет моей. И вы не сможете мне помешать. Даркбейн — это не легенда. Эти существа сделают все для того, чтобы оказаться в Слогтерре. Даже если речь идет о сотрудничестве с доктором Блэком. Вот с этим будем бороться. И нам нужна ваша помощь. Не только здесь, но и в других пещерах, захваченных Блэком. Мы певцы и танцоры. Мы не сможем противостоять Даркбейнам. Прости, справляйтесь в одиночку. Что ж, с воодушевляющей речью покончено. Итак, за работу. Слогтерра. Чернее ночи. Соберите всех слагов. Для этого вас и позвали. Трикс, посмотри-ка. Сколько охранников. Превосходно. Да, думаешь, мы могли бы... Да, хочешь сделать это? Ну, это же твой слаг. Прекрасно. Ты знаешь, что делать? Давай! Пронто, ты там? Да, я тут. И вид отсюда восхитительный. Что? Нас ждет неприятный сюрприз. Ah!
акулами? Откуда у них столько силы? Из парости! И острых маленьких клыков! У Даркбейнов специальные бластеры с ускорителем, которые превращают их в мегаморфов. Эти гулы делают то же самое, что Берки, когда мы принимали участие в Сталагмайт 17. Если они используют мегаморфов, мы не сможем им противостоять! По крайней мере, пока сами не сделаем апгрейд. Что ж, пока у меня есть это! А? Двойной удар! Надо его зарядить, чтобы выстрелить! Без вариантов, Элай! Давайте не будем забывать о старой доброй тактике. Отступление! У нас нет выбора. Я думал, всех эвакуировали. Мы должны позаботиться об их безопасности. Как? Пока у них в арсенале эти гулы-мегаморфы, мы бессильны. Что ж, хорошо, что у нас тоже есть мегаморф. Приятель, если ты думаешь о том, что я думаю, что ты думаешь, это не пойдет. Эти улицы слишком короткие для того, чтобы набрать такую скорость. Мне придется подняться вверх. Скольжение! Я не могу на это смотреть! Твоя очередь, Челяп! Байкерский режим! Да, это круто! Отлично, Берби! Давай убираться отсюда! Пусть уходят! Доставим захваченных слагов доктору Блэку! Уходим! Они захватили много слагов, хотя бы людям удалось спастись. Но у нас связаны руки. Пока наши силы не равны, у нас нет шансов. Мы как-то должны научить остальных слагов делать то, что можешь ты. Только без прыжков созданий, пожалуйста. Ну, это же сработало, не так ли? Да ладно! Насколько я понимаю, ключ ко всему — скорость. Заставь слага или гула разогнаться до нужной скорости, и они станут еще мощней. Но это были необычные гулы. Ты видел этих тварей? Не удивлюсь, если это венец творения Блэка. Ясно, почему Берпи может это сделать. Сложно найти более опытного слага, чем он. Ну, я могу помочь только с первой частью, скоростью. И может даже не только. Я модернизировал начинку этого бластера, что оказалось не таким уж сложным для такого опытного тролля, как ваш покорный слуга. Однако... Бластеры не могут выдерживать такое количество энергии. Ты можешь сделать наши бластеры мощнее? С радостью. Но мне это не по зубам, брат. И ты знаешь, что это значит. Нанесем визит красному крюку. Но дороги, ведущие к нему, проходят через пещеры, захваченные доктором Блэком. Что? Кому нужны карты? У вас есть Бронто. Эй! Я приведу нас туда целыми и невредимыми. Видите, безопасное путешествие, как я и обещал. Вам не кажется, что пещера «Безмятежный газон» уж слишком безмятежная? Куда все подевались? Поехали! Красный крюк знает. Если старый ворчун здесь. О, отлично, он тут. Уж не команда Лишейна ко мне пожаловала. Рад видеть вас. Чем я обязан такой честью? Обязан честью? Тяжело признавать это, но мне понадобятся некоторые ваши навыки. Я пытался модернизировать наши бластеры, но прямо... А куда все подевались, красный крюк? О чем это ты?
о том, что, кажется, этот город опустел. Ах, это! Почему бы вам, ребята, не зайти на стаканчик лимонаду? И я вам все расскажу. Звучит заманчиво. Пронто замучила жажда. Но я надеюсь, твой лимонад не слишком сладкий. Пронто любит, чтобы в нем была кислинка. Так что лимонада не будет? Нет. Красный крюк никогда не страдал излишним гостеприимством. Возможно, мне следовало лучше изучить своего персонажа. Твист? Вы меня раскусили. Возможно, вам удалось избежать нашей маленькой ловушки, но удастся ли избежать этого? Неудивительно, что мы так легко сюда добрались. Это была подстава. Извини, Пронто. Что ж, я отказываюсь признавать свой наивероятнейший сценарий. Я предпочту самообман. Спасибо большое. Теперь понятно, откуда у Дарквейнов эти ускорители для бластеров. Наверное, доктор Блэк держит красного крюка у себя в крепости. Ты намекаешь, чтобы Пронто тебя туда доставил. Ну, чтобы победить этих парней, надо заполучить красного крюка. Это должно стать нашей целью, Элай, несмотря ни на что. Сначала выберемся отсюда. Жми на газ и к выходу! Не взлететь на воздух! Это с трудом получается! Туда! Скорее, не оглядываемся! Достать! Делали это! Постойте! А где Элай? Ваш шанс, ребята, вы должны бежать! Скорее, бегите отсюда! Не волнуйтесь обо мне! Бегите! Кажется, я попался. Ты либо герой, либо болван. Ну, правда, где-то посередине. Это точно. Что за игру ты затеял, Шейн? Помогаю друзьям. Но тебе ведь этого не понять, не так ли? Хм. Приятно было познакомиться, Элай. Пошли. Доктор Блэк скоро придет и решит твою судьбу. Пусть поторапливается. Если мне станет скучно, я уйду. Ты думаешь, что ты крутой, Шейн? Но сейчас ты жалкий узник без своих слагов и бластера. Неплохого. Он пригодится одному из моих братьев Даркбейн после некоторой модификации. Мы внутри. И на свободе. А.
Свободный слот! Эй! Ладно, куда нам следует? В чем дело, приятель? Ладно, ладно. Сейчас посмотрим. Ясно, тут плохая энергия. Я знал, что Блэк делает тонны гулов, но это же безумие! Этими гулами. Мы схватили Шейна. Отлично. Он скоро за все заплатит. Тем не менее, сейчас нам нужны еще гулы. Позаботься об этом. Хотел бы я знать, что это за машина. Но сначала нам надо спасти Красного Крюка. Комната под охраной. Это обнадеживает. Слушай, ты грязный торговец с лагами. Я закончу это гораздо быстрее, если ты перестанешь. Ты живой? А почему бы и нет? Когда Громила принес мне это, я думал, у тебя крышка. Вы сделали апгрейд? Ух ты, это будет проще, чем я думал. Все, что нам нужно, это пальнуть Берпи в эту стену и... Оу! Ты совсем спятил? Мне еще нужно закончить с настройками мощности. Никто не знает, что случится, если сейчас пальнуть. Давненько я этого не делал. Серьезно? Кто бы знал? Элай, лови! Я смотрю, у нас с тобой есть кое-что общее. Умение взламывать тюремные решетки. Когда ты сказал, что мой бластер не готов, насколько он не готов? Ну... Никто не будет жить вечно, парень, пали! Кажется, работает! Нам надо уходить! Только на этот раз держись покрепче, Элай. Я слишком стар для этого.
Ты заканчивай с этим, пузырь! Эй, почему так долго? Осматривали достопримечательности. Пошли. Мы схватили Шейна? Ну и где же он? Где? Мы отправимся в погоню. Нет, в этом нет нужды. Еще одна партия слагов, и у нас будет достаточно гулов, чтобы разорвать Слагтеру на кусочки. За работу. Спасибо, что пришли за нами. Но как вы узнали, что я буду здесь? Элай Шейн всегда следует своему инстинкту героя. Чтобы совершить нечто героически глупое. Вы все так обо мне думаете? Ага, ну, точно, это ты. Да. Ладно, самое главное, красный крюк в безопасности, и у нас есть его ускоритель. Теперь остается уладить вопрос со слагами. Надо вернуться в штаб-квартиру и перегруппироваться. Скоро снова возьмемся за дело. Отлично. Если нам будет что противопоставить Даркбейнам, мы вернемся сюда. Доктор Блэк что-то задумал. Нечто грандиозное. И у меня такое чувство, что мы единственные сможем ему помешать. Слагтерра. Автор идеи Азаф Фипке. Режиссер Джонни Даррелл. Автор сценария Роб Ходжи и Скотт Зонеборн. Исполнительные продюсеры Азаф Фипке, Чак Джонсон, Кен Фейер, Роб Ходжи. Художники Энди Кун, Брэд Бин, Дерек Ток. Композитор Брайан Карсон. На русский язык фильм дублирован в 2013 году. Надо его зарядить, чтобы выстрелить! Без вариантов, Элай! Давайте не будем забывать о старой доброй тактике. Отступление! У нас нет выбора. Я думал, всех эвакуировали. Мы должны позаботиться об их безопасности. Как? Пока у них в арсенале эти гулы-мегаморфы, мы бессильны. Что ж, хорошо, что у нас тоже есть мегаморф. Приятель, если ты думаешь о том, что я думаю, что ты думаешь, это не пойдет. Эти улицы слишком короткие для того, чтобы набрать такую скорость. Мне придется подняться вверх. Скольжение! Я не могу на это смотреть! Да! Твоя очередь, Челяп! Байкерский режим! Отлично, Берби! Давай убираться отсюда! Пусть уходят! Доставим захваченных слагов доктору Блэку! Уходим! Они захватили много слагов. Хотя бы людям удалось спастись. Но у нас связаны руки. Пока наши силы не равны, у нас нет шансов. Мы как-то должны научить остальных слагов делать то, что можешь ты. Только без прыжков со зданий, пожалуйста. Ну, это же сработало, не так ли? Да ладно! Насколько я понимаю, ключ ко всему — скорость. Заставь Слага или Гула разогнаться до нужной скорости, и они станут еще мощней. Но это были необычные гулы. Ты видел этих тварей? Не удивлюсь, если это венец творения Блэка. Ясно, почему Берпи может это сделать. Сложно найти более опытного Слага, чем он. Ну, я могу помочь только с первой частью, скоростью. И, может, даже не только. Я модернизировал начинку этого бластера, что оказалось не таким уж сложным для такого опытного тролля, как ваш покорный слуга. Однако... Бластеры не могут выдерживать такое количество энергии. Ты можешь сделать наши бластеры мощнее? С радостью. Но мне это не... Да. Думаешь, мы могли бы... Да. Хочешь сделать это? Ну, это же твой слаг. Прекрасно.
Ты знаешь, что делать? Давай! Пронто, ты там? Да, я тут. И вид отсюда восхитительный. Что? Нас ждет неприятный сюрприз. Отступаем! Оставаться на крыше! Что с этими гулами? Откуда у них столько силы? Из парости! И острых маленьких клыков! У Даркбейнов специальные бластеры с ускорителем, которые превращают их в мегаморфов. Эти гулы делают то же самое, что Берки, когда мы принимали участие в Сталагмайт 17. Если они используют мегаморфов, мы не сможем им противостоять. По крайней мере, пока сами не сделаем апгрейд. Что ж, пока у меня есть это. А? Получается. Туда! Скорее, не оглядываемся! Достать! Шанс, ребята, вы должны бежать! Скорее, бегите отсюда! Не волнуйтесь обо мне! Бегите! Кажется, я попался. Ты либо герой, либо болван. Ну, правда, где-то посередине. Это точно. Что за игру ты затеял, Шейн? Помогаю друзьям. Но тебе ведь этого не понять, не так ли? Хм, приятно было познакомиться, Элай. Пошли! Доктор Блэк скоро придет и решит твою судьбу. Пусть поторапливается.
Если мне станет скучно, я уйду. Ты думаешь, что ты крутой, Шейн? Но сейчас ты жалкий узник без своих слагов и бластера. Неплохого. Он пригодится одному из моих братьев Даркбейн после некоторой модификации. Мы внутри. Мы думали, что Слагтерра навсегда останется такой прекрасным, безмятежным уголком, миром, наполненным магией и надеждой. Но все изменилось. Все изменилось из-за доктора Блэка. Он тайно вынашивал свои замыслы, открыв двери в запретный мир, чтобы принести зло в наш. И когда один колодец высох, он нашел другой. Это было все, что ему нужно для создания армии. Да, армии гулов! Но и на этом он не остановился. Доктор Блэк изобрел технологии, которые большинство из нас видит только в кошмарах. И он использует их против всякого, кто встает у него на пути. В Слагтерре нет таких сил, которые способны его остановить. Потому что теперь на него работают монстры Даркбейн. Прямо здесь, прямо сейчас. Нет! Слагтерра будет моей. И вы не сможете мне помешать. Даркбейн — это не легенда. Эти существа сделают все для того, чтобы оказаться в Слагтерре. Даже если речь идет о сотрудничестве с доктором Блэком. Вот с этим будем бороться. И нам нужна ваша помощь. Не только здесь, но и в других пещерах, захваченных Блэк. Мы певцы и танцоры. Мы не сможем противостоять Даркбейнам. Прости, справляйтесь в одиночку. Что ж, с воодушевляющей речью покончено. Итак, за работу. Слагтерра. Чернее ночи. Соберите всех слагов. Для этого вас и позвали. Трикс, посмотри-ка. Сколько охранников. Превосходно. По зубам, брат. И ты знаешь, что это значит. Нанесем визит красному крюку. Но дороги, ведущие к нему, проходят через пещеры, захваченные доктором Блэком. Что? Кому нужны карты? У вас есть Бронто. Эй! Я приведу нас туда целыми и невредимыми. Видите, безопасное путешествие, как я и обещал. Вам не кажется, что пещера «Безмятежный газон» уж слишком безмятежная? Куда все подевались? Поехали! Красный крюк знает. Если старый ворчун здесь. О, отлично! Он тут. Уж не команда ли Шейна ко мне пожаловала? Рад видеть вас. Чем я обязан такой честью? Обязан честью? Тяжело признавать это, но мне понадобятся некоторые ваши навыки. Я пытался модернизировать наши бластеры, но прямо... А куда все подевались, Красный Крюк? О чем это ты? О том, что, кажется, этот город опустел. Ах это! Почему бы вам, ребята, не зайти на стаканчик лимонаду? И я вам все расскажу. Звучит заманчиво.
Пронто замучила жажда, но я надеюсь, твой лимонад не слишком сладкий. Пронто любит, чтобы в нем была кислинка. Так что лимонада не будет? Нет. Красный крюк никогда не страдал излишним гостеприимством. Возможно, мне следовало лучше изучить своего персонажа. Твист? Вы меня раскусили. Возможно, вам удалось избежать нашей маленькой ловушки, но удастся ли избежать этого? Неудивительно, что мы так легко сюда добрались. Это была подстава. Извини, Пронто. Что ж, я отказываюсь признавать свой наивероятнейший сценарий. Я предпочту самообман. Спасибо большое. Теперь понятно, откуда у Дарквейнов эти ускорители для бластеров. Наверное, доктор Блэк держит красного крюка у себя в крепости. Ты намекаешь, чтобы Пронто тебя туда доставил. Ну, чтобы победить этих парней, надо заполучить красного крюка. Это должно стать нашей целью, Элай, несмотря ни на что. Сначала выберемся отсюда.